Чё тебе? Хлопці, тут Вовк надіслав нам підмогу і наказ атакувати. Отже, вперед, герої! Триматися разом, не розбігатися, як отара овець.
Амбет тебе! Быра, обходи, обходи эту штуку! Ты
Вже можна йти! Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Чого тобі?
Привет, брат. Что скажешь? В одной избушке мне сказали: говори. Клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья. Подхожу, значит. Толкнула дверцу. Закрыто. Что такое? Еще раз, опять. Я, значит, ее стерву открываю, она стерва сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Что ж, полез в окошко. Поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью баловал. Там комната большая, в ней стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке, по шерсти пошло. Ты кто, спрашивал? А дальше ты что? Что тебе? Ну, что тут подумав на дозвіллі. Загалом настріль, то слухай. Якщо здобудеш документи, ідеш на пів. Ну чё тебе?
Ну, рассказывай давай.